мне стукнуло 12. В этом возрасте сам не ожидаешь, что произойдет. Ну вот влюбился до упомрачения. Стал рисовать эту девушку. Бредил, грезил ею. Незнакомка один раз появилась ночью. Пришла в любовном бреду. Когда пошло-поехало мое половое созревание. Заходит в комнату и выходит в душ. Как сквозь землю. Я калачу в стенку, врываюсь, рву дверь. Там никого. Потом я долго мечтал у воды о поцелуях и близости. Все осточертело. Напрочь. Сразу как отрезало. И параллельно хотелось покончить с собой.